Всем привет! Вы на канале Vidroid Gaming, меня зовут Александр. Сегодня мы поиграем в военный корабль. 100 тысяч скачиваний, средняя оценка 4.3, жанр аркады, пометка похожа. На что бы это могло быть похоже? Да, вы правы, это клон игры от Wargaming, World of Warship Blitz. Но клон непростой, он мне довольно-таки сильно понравился. Сейчас покажу чем. Разработчик пишет. Управляй своим судном, нацеливайся на врагов, убей их до смерти и выиграй битву. Давайте попробуем выиграть битву. Да, игра бесплатная, рекламки тут завались. И донат присутствует. Причем такой серьезный донат. Он нас не интересует. Главная фишка игры в чем? Во-первых, она вешает 40 метров. Конфирм. Забираем. Картинка простенькая. Требований к железу почти что нет. 40 метров, повторюсь, 40 метров. Кошмар. В 10 раз меньше, чем от Wargaming игра вешает. Плюс можно играть без интернета. То есть здесь есть одиночная компания. В PvP вообще вам не советую соваться, там жесть. Здесь есть донатный корабль, который вот сейчас продается. Вот этот вот, Нью-Йорк. Он в соло тащит всех вообще. Ну то есть донат процветает. Ну а вот... В одиночную миссию можно поиграть. Вот я уже 4 стадии прошел на 3 звезды все. Давайте прокатимся. Быстренько вам ее покажу. Управление все такое же. Кораблики знакомые. Так, миссия уничтожить всех enemy. Как всегда. Едем вперед. Вот уже боты появились. Ну вот так вот. Все точно так же, как в Блице. Даже вышечки есть какие-то. Прицельчик, управление. По карте разбросаны всякие бонусы. Их можно собирать. Короче, ПВЕ, которого не хватало... Вот сзади плывут сволочи. А, прям дамажат, смотрите как. Давайте прицелимся. Сейчас я катаюсь на Орлане. Это первый доступный корабль. Патроны не знаю зачем, они вроде здесь бесконечные. Возможно, модификация урона. Покатал вчера в PvP, ну кошмар вообще полный. Я говорю, у нас парень был с Нью-Йорком в тиме, и он всех разносил вообще. Просто всех. Ну, урона от столкновений тут нет. Это уже фича известная нам. Так, где же еще кораблики? Они там спавнятся, что ли, или что? В общем, у кого слабая моделька телефона, рекомендую всем. Ну и любителям жанра поплавать, пострелять. Ну, конечно, от кораблей здесь мало что здесь. Просто прицел. Да и враги. Никакой там физики. То есть, скорость сбрасываю, корабль моментально останавливается. Инерции нет даже. Пушки сразу же поворачиваются, за прицелом следят. Такая простота. Каких-то других моделей повреждений тоже нет. Ну вот это разработчик написал, это аркада. Оно здесь и не нужно. Так, какой-то мощный кораблик плывет. Мы его, наверное, не с двух ударов убьем. Почти босс. Девять фрагов.
Mission completion. Замечательно. Так, надеюсь, вам этих дебилов не слышно, а то на улице какие-то джампшуды орут. Так, рекламку выключаем. Бэк. Да, выключаем рекламку, выключаем. Реклама симулятора кофейни. Какой кошмар. Так, давайте посмотрим, какие корабли тут есть. Куда жать-то? Магазин, нет? Да, вот магазинчик. То есть можно Дрезден открыть. Сколько он стоит? 8К. А можно открыть Умикейзе. Это мой любимый эсминец торпедный. Ну, прям тут торпедки даже есть. Замечательно. Его бы открыть, да. Сколько он стоит? 60 голды. Рили. Мне... Как так? Ну-ка, если мы этот купим. Купили, да? Замечательно. М, 14 тысяч. Ясненько. Ну, а даже как в блице есть. Это можно как-нибудь вот так вот сделать. Солнечных зайчиков поймаем. Наверное, вот так. Потом так. И вот так. Получилось, нет? Ну ладно, посмотрим. Поставлю на заставочку. Так, давайте еще раз катаемся. Вот Дрезден у нас появился. Дрезден. Что значит стрелочка вверх? Может быть, в улучшениях что-то можно сделать? Да. Апгрейд точно такой же. Сейчас мы его прогрейдим чуть-чуть. Чтобы лучше стрелял, быстрее плавал и крепче был. Не знаю, до торпедоносного, наверное, эсминца мы не докачаемся в этой игре. Но я его обязательно куплю. Обожаю торпедки. Так, это мы... А, ну, кстати, вот его за недельку отдадут на халяву даже. Нормально. Баттатле Мишен 2. Рекламочка. Загрузочка. Новый корабль, тест. Вот сколько у него пушек. Разнесли, аж залагало. Ой, коллижен. Полный назад. Полный вперед. Патроны все в точку летят, никакого разброса. Шикардос! Вон, смотрите, какой жопик плывет. И торпеды поплыли. Смотрите, торпеды. Уворачиваемся.
Mission completion. Ну, давайте попробуем PvP-шечку загонять, посмотрим, что там да как. Две звезды дали. Почему? Ставим на паузу. А за победку-то дали 100 серебра всего лишь. Фармить тут очень долго на новый корабль придется. PvP. Опять реклама денег. Примерно время нам говорят 15 секунд. Ну, быстро нашлось. Народ играет. Это вам не танчики от арматы. Ой, от майкома точнее. Так, кто у нас там справа? Какой-то крутой чувак. Давайте поменьше сделаем скорость, пусть он потанкует. Уже в кого-то лупит. Пропустим батьку вперед. Да, смерти тут не ограничены, надо больше всех накилять. Ну, по крайней мере, у меня был такой режим. Это уже какой-то крутой корабль. А как посмотреть, кто с нами играет вот здесь? Дрезден, Дрезден, Бисмарк, Бисмарк. А тут у нас один Бисмарк, а у них два. Сейчас будем мы на этого... На проигрывать. Да, со слабым телефоном я, конечно, погорячился. Оптимизейшн здесь страдает все-таки, вот можете увидеть. Так, еще не видно, куда ты плывешь в прицеле. За деньгой плывет. На тебе, не получишь денежку. А это получит. Ничего он лупит вообще этот Бисмарк. Я говорю, вообще же скач. Но здесь вроде Бисмарк это не донатный корабль. Хотя может и донатный. Но Нью-Йорк он вообще просто на первом левеле всех выносил. Кошмар какой-то был. Встань. А денежку так никто и не взял. Сейчас мы его завалим. Тедди плывет. Тедди, привет. Денег куча лежит, надо все собирать. Не попал. 500 золотых собрали. Замечательно. Очень быстро убили. Так, чуть ли телефон не выпал. От напряга, наверное. Ну, PvP тут не сильно интересное на самом деле. Такое. Нету все-таки этого ощущения. Присутствия в игре. Какие-то сами кораблики плавают. Но вот за одиночную кампанию эту игру можно скачать. 40 метров как-никак. Пройти, поугарать. Это можно. Прям он лупит вообще из 10 стволов одновременно. Кошмар. А я ни по кому попасть не могу. Тедик вышел. Тедик уезжает сюда. Попадаем. Чё? Team Score, MVP. Мы победили. Ура. В общем, вот такая вот игра.
Я ее себе обязательно оставлю на телефоне и попытаюсь пройти одиночную кампанию. Надеюсь, она не рассчитана на донат. Здесь надо будет поставить на паузу, чтобы рекламу эту дурацкую не смотреть. Ну, в общем, за бой он оформил 500 денег. Плюс мне там дали еще чуть-чуть. В общем, серебро фармится нормально в ПВП. Можно открывать кораблики. Ну, а если игра понравилась вам, можете поставить лайк. Обязательно подпишитесь на канал, если еще не подписаны. И пишите в комментариях, что думаете о клонах играх. Игр. Нравятся они вам, нет? Спасибо за просмотр. Всем пока. Играйте в хорошие игры.